что происходит. И вы не думайте, что где-то что-то теряется. Вы не правы. Просто мы увеличиваемся. В данном случае мы распределились по районам. Это одна из частей Ленинского. И это новые члены партии. Далее начал рассматривать также нужные мне, так сказать, трудовые кодексы Российской Федерации, Конституцию Российской Федерации и начал находить некоторые несостыковки. Поэтому как бы я решил вступить в Коммунистическую партию Российской Федерации, чтобы помогать партии отстаивать гражданские права и свободы человека. Я не буду говорить про партию власти. Но человекам российским нужна забота, а не издевательство. Можно, конечно, говорить о сложностях и о кризисах бесконечных. К слову, о стране, в которой кризис бесконечный. Это про Иран. Средняя зарплата 30 тысяч рублей. Налог максимальность 1,5 миллиона рябушек. Ну, то есть 1,5 миллиона вы заработали, то есть сумма, в принципе, достаточно нормальная, а дальше заплатите качественно и очень много. Одна из лучших медицин. Пенсия с 60. Хавка в 3 раза дешевле. Это я так про санкции. Львиная часть нефти и газа оттуда. Ну, есть смысл равняться на такую страну. И когда Википедия внедряет Россию с зарплатой в 1200 долларов, я таких денег в природе своей от одного лица получал 2 или 3 раза за всю 49-летнюю жизнь. Теперь вопрос бытия нашего. Сказки слышали? Сейчас не сказки. Вот это прямо рядышком с городом. У меня лично слов нету. Вы уж тресните, воруйте, но при чем тут дети? Это же практически город. Агаповка должна быть в нем. Генплан, посмотрите. Это город-миллионник. Посмотрите генплан. То, что сейчас, это третья часть, это Наровчатка и это детский сад. Я, конечно, все понимаю, но так над детьми не издеваются. Со времен моего детства детский сад – это безупречно. Но детский сад в Наровчатке – это для чего? Нет заборов, отмостка в никуда, отопление в ауте, стекла, точнее нет стекол. У вас там в голове все нормально? Вместо работы мамы вы ее дома с больным ребенком оставляете. Такие измывательства просто отстой. Там под подоконником, прям вот так у нас стена мокрая, когда будут дожди, а сейчас будет осень. Прям у нас будет лить, и то бишь, а там дети спать. Это будет сырость. Там есть фотографии, где у нас именно в нашей группе тоже. Тряпка. Там просто вот так вот между окном, и получается у нас просто там заткнуто все. И тоже все, стекла треснуты, и все в пленке. Через окна получается? Да. Это дождь, когда идет, вот так вот ливнем сюда, вот на эту сторону. Эта группа, получается, прям окна текут, не окна, а из окон текут, прям по стене. Под и, соответственно, и в зиму-то оттуда тоже все продувается. Вот, в этом году мне дождь сказал, что у нас потекло. Я позвонила, сразу узнала. Мы сейчас подумали, что это крыша опять. Да. Эвакуационные выходы находятся в аварийном состоянии, особенно с той стороны. С той стороны, да, я его вижу. Это вот, ну вот, получается, они здесь. Этот как будто еще такой, ну, более-менее. Даже вот, смотрите, видите? Стекло и еще наложено стекло. Не хватило. Что было, то и поставили, да? Ну там что угол было, у нас вон даже. А, вот смотрите, рама вообще не закрывается. Вот она, видите, вот она у нас. Вон там как раз. Вот, видишь, наше окно. Это рама вообще, вот она закрыта, но с нее дует. Да, у нас. Да, это наше окно. В двух группах включите обогреватели. Оно выбивает. Если взрослый пролезть, то секунду. Вот. Ира, расскажите, из чего это сделано? Из кровати старой. Вот это из старых кроватей сделано. Вот это вот. Из старых кроватей. Вот это сделано из лестницы. Вот видите лестницы, ступеньки тут. Это от старой горки, когда у нас раньше были металлические, стояли на участках. Их убрали и вот поставили. Это две лестницы. Просто одну вот эту заделали вот так вот. Только вот возникает вопрос. Вопрос единый. Вопрос к тем, кто и что может. Так получилось, что Коммунистическая партия СССР делала все от и до. Сегодня Пропивон удалил ее. А просёр наблюдает просрав и жену. Вы это сделали. КПРФ сейчас единый и правильный конкурент власть имущим. Все остальное прихвостни. Так, чтобы разбавить выборы.
Единственная партия, в которой все делается для народа. Единственная партия жизни, о которой и для которой строился Советский Союз. В которой можно было расти и верить, и получать. И вера крепка. Вот кому обращаются те, кто понимает, кто за них горой.